Сейчас Дмитрий Шишканов – кандидат в мастера спорта. Начинал со стоярских дистанций, но со временем понял, что ему ближе забеги на 800 и 400 метров. К соревнованиям в Дзержинске Дмитрий начал готовиться буквально через день после Нового года. К тренировке он приступил уже 2 января. На первенстве Нижегородской области по легкой атлетике Дмитрий финишировал вторым. Серебро на дистанции 400 метров спортсмен считает хорошим результатом. Не хватило отсутствия травм. Скажем так, были некоторые проблемки, но мы с этим справились. Получилось выступить хорошо, учитывая, что у меня был перерыв большой, где-то 1,5 года я без соревнований. Поэтому для первого старта этого, в принципе, хорошо было. Еще одна воспитанница ДЮС «Шикар» Мария Девяткина в категории юниоров до 20 лет взяла золото на дистанции 200 метров. Такой результат обеспечил ей путевку на всероссийские соревнования, которые пройдут в Смоленске. На дворе зима, поэтому первенство ПФО по легкой атлетике проходило в манеже. У крытых арен есть свои особенности, выступать на них подчас бывает тяжелее, чем на стадионе. Там старт идет по своим дорожкам. Ты всю дистанцию бежишь по своим дорожкам. На 200, на 400 же в манеже, там после первого виража, после второго виража сход. И там, получается, идет борьба контактная, и вот это мне не особо нравится. Павел Жарков занимается легкой атлетикой 11 лет. В отличие от двух предыдущих героев, его стихия – прыжки в длину. По словам юноши, интерес к этой дисциплине послужил толчком к тому, чтобы заняться спортом. С детства нравилось именно прыгать, поэтому как бы с детства, как только сюда пришел, я знал, что я хочу заниматься именно прыжками. Ну и как так сложилось, что именно прыжки у меня пошли лучше бегов. На первенстве Нижегородской области по легкой атлетике в одиночном прыжке саровчанин покорил 6-метровую отметку, а в тройном приземлился дальше 13. Такие цифры позволили ему подняться на вторую ступень пьедестала почета. Павел не собирается останавливаться на достигнутом и в этом году хочет выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас я прыгнул в тройном прыжке 13.20, в прыжке в длину 6.06. Личный рекорд у меня 6.75, но кандидат – это 7-10, то есть не так далеко. Легкоатлетов подготовили тренеры Марина Мачкаева и Алексей Колганов. Год только начался, это значит, что впереди спортсменов ждут новые старты. Все как один, они надеются наверстать упущенное в 2020-м и пополнить свои копилки личных достижений.